Новости в эфире информационного канала «Севастополь», а в студии Анастасия Шульга. Здравствуйте. Около 700 человек 24 октября приняли участие в военно-патриотической акции «День призывника». На 35-й береговой батарее будущим защитникам Отечества рассказали о службе в армии, а также ответили на все их вопросы. Напутственные слова прозвучали из уст ветеранов, властей города и духовенства. После торжественной части показательное выступление военнослужащих Черноморского флота, демонстрация стрелкового оружия, экскурсия по военно-историческому комплексу. Дмитрий Фастович в этом году заканчивает школу. Даже не сомневается, будет служить России. Парень родился в семье военных, планирует продолжить династию. Я очень хочу поступить на военную службу, высшее образование получить военное. У нас военный город, у нас абсолютное большинство молодежи вообще хочет поступать в военные вузы, служить на благо Отечеству. Армия – это как бы очень хорошо, если ты пойдешь служить, нам как бы обещают, будут высокие зарплаты, квартиру дают, это как бы положительно для нашей молодежи. Дмитрий, а также еще около 700 человек приняли участие в акции «День призывника». Впервые ее провели в апреле этого года. Ее цель – сформировать у молодого поколения правильное отношение к почетному долгу – защищать Родину. На плацу музейного историко-мемориального комплекса собрались студенты, призывники, а также ученики школ со всех районов города. В акции приняли участие не только севастопольские ребята, но и будущие защитники Отечества из Москвы. В составе делегации 30 человек. Цель визита будущих призывников из столицы – познакомиться с Черноморским флотом. Ребята уже побывали на сторожевом корабле «Ладный», затем отправятся в отдельную бригаду морской пехоты. Такие поездки в наш город уже традиционные. Впервые делегация будущих призывников из Москвы посетила Севастополь в прошлом году. Наиболее успешные, физически подготовленные молодые ребята из Москвы, которые горят желанием служить в рядах Черноморского флота, заранее, заблаговременно приезжают в Севастополь, ознакомиться с местом их будущей предстоящей службы. В том числе встретились с теми матросами, которые год назад в рамках такой же акции приехали. Сегодня уже практически год, как они служат. Пообщались, посмотрели, как они живут, какой у них быт, распорядок дня. Впечатление достаточно отличное. Мне очень все здесь понравилось. Город хороший. Уверен, что служба на корабле пройдет очень быстро. И я даже буду очень рад здесь отслужить. Я считаю, что каждый мужчина, уважающий себя, должен отслужить. Это его честь и достоинство. И быть военным – это, в первую очередь, очень почетно. Уже 28 октября в Севастополе состоится первая торжественная отправка призывников для прохождения службы. В этом году части Южного военного округа примут порядка 200 человек. Сейчас ситуация такая, что в десятки раз больше желающих служить, чем у нас есть наряд. С чем это связано? С тем, что в 2015 и 2016 году, в соответствии с законом Российской Федерации, подписанным президентом, проходить службу наши призывники будут только на территории Крыма и Севастополя. А как вы понимаете, количество воинских частей здесь ограничено. Поэтому все желающие, к сожалению, в этом и следующем году вооруженные силы пойти не могут. А с 2017 года мы будем уже отправлять призывников по всей России. Поэтому и наряд будет гораздо больше, чем в этом и следующем году. После торжественного митинга состоялось показательное выступление военнослужащих Черноморского флота с выполнением элементов строевой подготовки с оружием. Будущим защитникам Отечества показали и рассказали об отдельных видах стрелкового оружия. Затем провели экскурсию по музейному историко-мемориальному комплексу 35-я береговая батарея. Елена Корнухова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Общегородской субботник, анонсированный Департаментом городского хозяйства, провели в Севастополе 24 октября. Участие в нем приняли все неравнодушные горожане. Приводили в порядок общественные парки, а также прилегающие территории жилых домов. Как севастопольцы делают родной город чище, видела Анна Брачева. Уже более 15 лет жительница 184-го дома по проспекту генерала Острякова Зоя Свинцова облагораживает прилегающую территорию. Высаживает цветы, деревья, кустарники и следит за чистотой. Но в последнее время из-за появившихся вокруг новых торговых точек когда-то цветущая пешеходная зона превратилась в пустырь. Свою проблему женщина озвучила на приеме у губернатора Севастополя Сергея Миняйла.
Я сажу деревья 10 лет, а торговые точки, вот, ну, уже так волнуюсь очень, все истаптывают, с корнями выдергивают. И вот видите, какой порядок, все голое. Я обратилась к нашему губернатору. Буквально через 3 дня пришла комиссия, 8 человек, и сказали, в течение недели все будет сделано. И как видите, правда, в течение 3 недель, но все сделано. Вот сейчас порядок наводим. Жители данной территории были, данных домов близлежащих были на приеме у Сергея Ивановича. Согласно его попросили посадочный материал, деревья, кустарники. Пообещали, что будут за ним потом ухаживать. Согласно указанию губернатора, сегодня мы здесь высаживаем 30 кустарников лавровишни и 26 деревьев. Остро стоял и вопрос вывоза мусора. Бак зачастую был переполнен, а его содержимое коммунальные службы нередко вывозили ночью, мешая жильцам спать. Чтобы решить проблему, департамент городского хозяйства изменил график уборки контейнерной площадки. Теперь там стало гораздо чище, рассказали жители. Ну а в Парке Победы тоже наводят порядок. На субботник вышли сотрудники департамента городского хозяйства. Присоединился к ним и гость нашего города из республики Коми, полковник в отставке Николай Онищик. Я думаю, в Парк Победы работы много. Думаю, схожу, может, руки пригодятся, оказать помощь кому-нибудь. Потому что замусорено все. Я так каждое утро бегаю до моря. То видно, что надо работать. Потому что люди ведут себя безобразно. Я даже не ожидал, что вот по этой аллее может быть столько грязи, бутылок и всего остального. Находимся мы на Парке Победы, на самом его углу. Эта территория не стоит в графике уборки никакими организациями, потому что до того, как Севастополь вошел в состав России, данная территория была передана частной организации, и здесь пытались организоваться застройку. На данный момент идут судебные разбирательства для того, чтобы эта территория вернулась снова в Парк Победы. Следующий общегородской субботник пройдет 7 ноября. Участие в нем примут представители структурных подразделений правительства Севастополя и общественных организаций города. Неравнодушным севастопольцам также будут рады. Анна Брачева, Карина Сыч, информационный канал Севастополя. Новым председателем городского совета ветеранов физической культуры и спорта в Севастополе стал Георгий Будагьянц. Он доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса. Предыдущий глава организации Виталий Колчанов чуть более месяца назад скончался на 77-м году жизни. Его память участники собрания почтили минутой молчания. Отчетно-выборная конференция совета ветеранов спорта прошла в школе номер 39. Здесь находится Музей спортивной славы Севастополя. Его фонд пополнился кубками, грамотами и памятными знаками Виталия Колчанова. Их музею подарила дочь почетного ветерана спорта. Затем представители Совета ветеранов рассказали о проделанной в этом году работе. Сейчас идет регистрация по-новому, потому что все документы остались у Виталия Григорьевича. И сейчас все по-новому будет перерегистрироваться, будет оформляться официально все документы по нашей ветеранской спортивной федерации. И я думаю, что новый председатель это сделает в кратчайшие сроки. Функция председателя, значит, объединить всех ветеранов спорта города Севастополя, чтобы они несли пропаганду здорового образа жизни и своим примером показывали молодежи, как надо себя готовить к жизни. У нас на сегодняшний день очень крепкое, сильное развитие именно ветеранского волейбола. Наши ветераны являются и чемпионами так называемых Олимпийских игр среди ветеранов. Наши ветераны неоднократно побеждали и побеждают в этом году, побеждают на ветеранских соревнованиях. В Севастополе открылся бал хризантем. Цветочная композиция в виде бабочки, состоящая из 800 вазонов, украсила экопарк Лукоморья. Бордовые, розовые, белые и желтые шаровидные хризантемы были черенкованы из собственных маточных растений весной этого года, выращены на одном из севастопольских агропредприятий. Цветы шаровидного сорта адаптированы к крымским морозам. Высаживать их можно в квартире и на свежем воздухе. Насладиться красотой душистых осенних цветов пришли десятки желающих. В экопарке Лукоморье выставка пройдет на этих и следующих выходных, а с понедельника более 2000 растений украсят Приморский бульвар. Там будет другая композиция представлена, будет мост
влюбленных, где можно будет тоже сфотографироваться, будет пирамида очень необычной раскраски. Поливать обязательно и подкармливать. Как только они отцветут, вся верхняя часть срезается, и корень зимует всю зиму при наших условиях, не перемерзая. Друзья сказали, что будет выставка. Мы целенаправленно приехали, каждый год покупаем цветы. Такие выставки обязательно нужны, потому что в прошлом году, позапрошлом году была большая эта выставка, и весь город украсился хризантемами. Около всех магазинов, во-первых, вот было видно, что они оттуда, и все балконы, и все были счастливы. И у меня на этом все. До встречи в эфире.